Приветствую, друзья! Недавно у меня вышло очень много видео и статей я написала. Все началось с того, что мы входим с вами в Новый год, год дракона, который про духовность, про то, что не прощает ошибок, про то, что будет огромный рост у всех и рост всего, и в том числе ваших долгов, если вы с ними не разберетесь. И после этой серии видео мне захотелось взять свой старый пост и этот пост, не знаю, 5-летней давности написать снова, немножко добавила там моментов, и хочу вам сейчас этот пост прочитать, если вы даете в долг, вот, а потом, если вам должны, я тоже вам расскажу, что мы будем делать, и вообще, откуда возникают долги, то есть эта тема будет сегодняшнего эфира именно про долги, вот, что делать со своими долгами, если вам должны, если вы должны, если у вас в принципе вообще есть долги там, к банкам, кредитам, и что значит отдать долги себе, чтобы вовне эти долги не маячили больше. Итак, если вы даете в долг, пообещайте себе, что никогда не дадите деньги в долг больше никому. Иначе мы с вами открываем долговую яму и себе, и людям. Мы срываем как бы у крана вентиль, и энергия утекает у всех в трубу. Мы вдвоем живем в режиме ожидания и нехватки с чувством долга. Долг порождает долг, борьба порождает борьбу, ожидание порождает ожидание. Если просят в долг, это подсказка, что мы себе задолжали какие-то обещания. С одной стороны, обещаем себе и не выполняем, с другой стороны, надо пообещать себе что-то еще в долг, сформировать какие-то желания и начать их выполнять. Например, мне надо пообещать следить за своим контролем, начать контролировать свои мысли, идут они на пользу или нет. Или пообещать себе сохранить свое тело и начать с первых шагов о нем заботиться, контролируя, например, пищевой мусор. Или пообещать себе не давать в долг и начать за этим следить. Людям говорить: я не могу тебе занять по своим принципам, я не даю в долг, но я могу дать тебе безвозмездно, подарить от души. Вот мне комфортно, например, сейчас тебе подарить 100 рублей на начало, на первые твои шаги. Внести свою лепту, да, свой вклад. Или 10 рублей, неважно, сколько вам комфортно. Может быть, это будет 1000, 5000, 10, 100 тысяч. Сколько с радостью можете подарить, не ущемляя себя. Любая комфортная для вас сумма. Обязательно позвоните каждому, кто у вас одалживал деньги, и скажите: я прощаю тебе долг. Ты мне не должен, я тебе не должен. Я закрываю эту привязку и освобождаю нас от бремени и тяжелой ноши. Но есть условия. Это условие вы должны выполнить. Ты должен удалить мой телефон, контакты и не вспоминать обо мне. Благодарю тебя за ценные уроки. Пожалуйста, не смей мне отдавать и напоминать о себе. Обнимаю, отпускаю, благодарю. Обязательно нужно сказать, чтобы человек не звонил и не напоминал о себе. Для чего вы это делаете? Вы должны точно поставить точку, а не сидеть ожидать. Вот я ему простила, я ему сказала, не надо отдавать, но вдруг он мне там отдаст. Не отдаст. И ваша долговая яма, чувство долга никуда не уйдут. То есть пока вы не сделаете этот шаг. После того, как вы полностью отпустите эту ситуацию, разорвете все связи и привязки, вы увидите, как начнется возвращаться все потраченное. Хотя в тот момент, когда вы отдали, вам уже возвратилось в виде знаний, в виде опыта, или вы за что-то расплатились. В тот момент, когда вы отдавали деньги, вы уже свое обратно получили. И в поле тех людей, ну, нет ресурсов вам отдать, и не будет. И вы, когда не видите денег от должников, это ваше желание, чтобы он вам не отдавал. Все желания наши, они встречные, и все, что вокруг нас происходит, еще раз напомню, это наше желание. Нам выгодно, чтобы нам не отдавали. И человеку выгодно вам не отдавать. Вам нужно обязательно поставить точку и убрать вот это чувство долга. Если вы пойдете в Новый год с этим чувством долга, с этим грузом, в этот классный год, я начала с того, что год дракона про духовность, который ошибок не прощает, и груз с собой вот этот тащить, он умножает. Плюс эра Водолея, да, 23 марта мы входим, когда скорость всего увеличивается, и мы пожмем плоды всего, что вложили в эту жизнь, вложили, начиная с рождения, все семена, которые мы посеяли.
И если вы пришли с этим грузом, он тоже будет умножаться в виде плодов. И вам не нужно это делать. Все люди, они учителя, они такие же часть нас. Мы сами к себе же и пришли забрать у себя энергию, и мы сами себе отдали энергию в другом виде. То есть мы, можно сказать, в аватаре этого человека сами к себе пришли, мы сами притянули, сами пожелали, нам нужно было расплатиться с чем-то, и нам нужно было получить урок какой-то. И пока вот это чувство долга отдать, оно будет все время вам сливать всю вашу энергию, и вы не сможете решить этот вопрос. Энергия к вам не пойдет, пока вы будете сидеть и ожидать денег. То есть эти учителя нам и не отдают, потому что им нужно преподать нам какой-то урок. Они пришли нас научить, и мы притянули это все своим желанием. Это наше желание, чтобы они не отдавали. Нам это выгодно, нам это нужно. Отдать не получится, в поле энергии это и нет, и не будет. Обмен уже произошел. Мы творим мир своими желаниями. Нам выгодно, чтобы долги не возвращались. Пока они есть, да, это время было на подумать, выявить уроки. Отражение в зеркале мира показывает, что у нас долги к себе. Как только начнете отдавать долги себе, внешних, конечно же, не будет. То есть звоним, разрываем связи и контакты, чтобы поставить точку, и что обратного хода нет. Иначе мы будем жить в ожиданиях, а вдруг он отдаст. Даже если будем не ждать, подсознание все равно будет, иначе мы бы не боялись разорвать эти контакты. При разрыве мы заявляем тем самым себе, что урок пройден, и поле должно очиститься. Снимите с себя груз и отражение в зеркале. Если это человек из близкого окружения, коллега по работе, соседи, с которыми подолгу встречаетесь все равно, да, скажите им, что мы не должны пересекаться, или давай не общаться пока некоторое время, не разговаривать, а общаться только строго, например, по работе. Если это родственник непосредственно, с которым живете, здесь, естественно, вам надо будет простить и проговорить, что друг другу ничего не должны. Ваша жизнь обязательно поменяется в самую интересную и полезную сторону. То есть войти нужно в Новый год без груза. Даже если нам должны миллионы, тут тем более нам надо простить. Вы несете такую ношу, которую просто невозможно нести. И вы остановились во всем. Стоите с ней, как бы держитесь, как привязанные. К сожалению, это будет не только портить всю вашу жизнь, а еще больше заберет ваши энергии. Она постоянно уходит, да, пока вы находитесь в этом состоянии. То есть представьте, у вас вот этот груз, вы за него держитесь, не отпускаете, естественно, идти вы не можете дальше. Да, вы как веревочкой там к дереву привязались, и вокруг дерева этого ходите, вы не можете идти дальше. У меня был такой опыт, что однажды в мою жизнь, это был, наверное, 2014 что ли год, пришел человек случайным, не случайным образом и ушел также неожиданным образом, который вот за неделю общения, он был такой жесткий, прям абьюзер, я не знаю даже как назвать, он просто посадил меня вот так вот за стол и сказал: звони при мне всем, кто тебе должен. А мне должны были разные люди, очень много денег, это были миллионы. Причем много было таких людей, когда у меня было много денег, я не знала, куда их тратить. Естественно, приходили люди, которые помогали мне это делать, помогали тратить. Я всегда добрая и щедрая, всегда раздавала всем в долг. Вот. Под проценты, не под проценты, неважно. Хотела я на этом заработать, не хотела, просто из жалости давала. Я наплодила этих долгов, естественно, мне никто не отдавал, и у всех людей становилось только хуже, как и у меня. От того, что я постоянно ожидала, что мне там что-то отдадут. Люди, естественно, чувствовали себя неловко, плохо, избегали, даже там лучшие друзья, ну как это обычно бывает. Я не могла отказать. Ну, потом он сел, заставил меня всем позвонить и сказать, что мы больше никогда не увидимся, не услышимся, удали мой номер, не звони, заблокируй, я тебя блокирую. Это такое условие, но я тебя прощаю, мы не должны. Мне все деньги вернулись обратно в течение нескольких месяцев. Самыми неожиданными способами. Естественно, не от этих людей. Я попросила их мне никогда не отдавать, даже если будет у них возможность. Мне все возвратилось просто там, заказами. Пошел бизнес в гору. Еще лучше, еще круче. Я тогда не нуждалась в деньгах, но сам факт, что мне должны, да, меня это постоянно коробило. Вот. Мне очень было страшно позвонить и сказать: я тебя прощаю, миллионные долги одному, второму. Но в итоге получилось, что
все вернулось из других источников. Но я не ждала, что оно вернется. Это сейчас я на протяжении вот уже какого времени оглядываюсь назад и понимаю, что насколько круто потом у меня все пошло в гору. И когда я еще позвонила, я физически прям чувствовала, какой груз с меня свалился. Это было такое облегчение, вы просто не представляете. Сначала было страшно, я плакала. Он на меня орал, этот человек, прям матами. Мне было страшно, что если я так не сделаю, меня прибьет просто. А он настолько агрессивно, ну, заставлял меня это сделать, что я прям боялась это сделать, и его боялась. Ну, под страхом, конечно, получилось, что я позвонила все-таки, да, и потом я ему всю жизнь благодарна за этот урок, который он мне преподнес. И я больше никогда не занимаю. И первое время часто обращались ко мне после этого, как проверочка. Займи мне денег, там, кому 100 рублей, кому 1000, кому 100 тысяч, кому миллион, пожалуйста, и так далее. Я говорила всегда, мне комфортно тебе отдать в подарок для первого шага вот 100 рублей, там, например, или 1000. Вот то, что я хочу тебе помочь, там, или 10 тысяч, ну, в зависимости, вот, сколько мне тогда было комфортно. И человек, он не просто не обижался от отказа, он настолько был счастлив, ему было классно, и он оставался в офигенном расположении духа и общении со мной, то есть... То есть он не получал отказа, да, он получал от меня подарок. Неважно, что этот подарок не покрывал все его проблемы и суммы, вот. Плюс, смотрите, что мы делаем, когда мы даем в долг? Мы отбираем опыт у человека, ну, например, ваш сын, там, муж, или соседи, или друзья близкие. Они хотят решить с помощью денег какую-то свою проблему. Вы им дали, они легко получили эти деньги в долг, да, и проблема, ну, можно сказать, на первый взгляд решилась. Они там купили квартиру, или там машину, или заплатили за лечение, или, может быть, еще что-то. Ситуации бывают разные, там, на тот же хлеб. Мы отбираем у них опыт и отбираем от них, у них возможности, у них отбираем возможности шевелиться, думать, что-то делать. То есть человек расслабляется и не делает, понимаете? А ему, любому человеку, нужно поднять жопу с дивана и начать решать свои вопросы. Решать не легким способом найти деньги, а действительно для этого потрудиться. Подумать над тем, сменить ли какую-то работу или найти работу. Потому что многие очень любят не работать, ничего не делать и вечно собирать деньги. Мы просто не даем им возможность шевелиться, потому что они легко получили, понимаете? Точно так же, не берите вы эти кредиты, но обойдитесь вы без машины. Это долговая яма и заморозка вашей энергии. Не берите вы там квартиры в ипотеке, снимайте. Неважно, ваша эта квартира на бумаге или вы снимаете. Вы живете в квартире, и не на улице, и наслаждайтесь тем, что у вас есть. Будут лишние деньги купить, накопите, окей. Тогда и купите. Но вот эта вот бесконечная гонка и брать кредиты, а потом как отдавать, мало ли что случится. И потеряете потом и квартиру, и возможности. В общем, не стремитесь за легким получением. Все легко складывается, когда вы для этого стараетесь, обучаетесь, что-то делаете, работаете, трудитесь, придумываете себе эти задачи, идете решать эти задачи. А не вот так вот взяли и быстренько заткнули дырой, не получив никакой опыт. Дело в том, что все ваши желания, крупные желания, мелкие, неважно, требуют, чтобы вы, как сказать, все эти ваши желания нужны вам не для того, чтобы получить конкретный результат в этом желании, а весь смысл пройти путь до этого желания. Потому что жизнь — это не конечная цель, это путь, по которому вы идете. И именно желание там иметь дом, за ним стоят определенные чувства, за ним идет определенный опыт, за ним идет определенные знания, которые вам нужно получить в этой жизни. Идет путь, который вы должны пройти, а не вот сразу взяли и не прошли этот опыт, не прошли эти задачи, не поработали, не потворили, не получили определенных знаний, не делали какие-то шаги. То есть вы все решили вот это вот перекрыть, да, и сразу конечную цель получить. О самой жизни вот этой вот, то есть вы хотите, конец у жизни — это какой там, смерть, да, то есть
дойти легким путем до смерти, чтобы пропустить всю жизнь, ну это глупо, точно так же дойти до, легким путем до квартиры, не пройдя этот путь, это тоже глупо, точно так же. Но вы пока этого, может быть, не понимаете, но вам нужно осознать этот момент. Вот, дальше. Если вы должны и брали в долг, ваша задача сейчас решить этот вопрос. Что мы делаем? Мы избегаем людей, которые давали нам в долг. У людей в трубу за счет вас, да, уходит вся энергия. То есть у них в жизни все портится, все, потому что они сами эти деньги, конечно же, дали. Вот, и они себе все испортили. И вы, ну, помогли этому, да, чтобы у них там все попортилось. И вы себе сливаете в трубу эту энергию. Вам нужно поставить точку, вам нужно встретиться с этим человеком, которому вы должны деньги, и честно поговорить, что я не могу тебе отдать деньги, скорее всего, я тебе их никогда не отдам, не жди, пожалуйста. Я хочу поставить точку. Да, я буду последним мудаком, да, я буду последним, самым плохим человеком на планете, но в этих ожиданиях ты теряешь большую энергию, в этих ожиданиях ты не можешь двигаться дальше, так же, как и я. Вот. Нам с тобой нужно снять этот груз друг с друга. Вот. И я тебе в глаза говорю, что я не могу тебе отдать, я не могу. И любая помощь от меня посильная, давай я у тебя там помою окна, буду приходить убираться, там, готовить, я не знаю, буду, да что угодно, это сейчас у меня такие примеры, если он там рядом живет, этот человек, вот, помогу, чем смогу, что я могу тебе сделать, что я могу тебе отдать, как я могу с тобой решить этот долг, и чем я могу тебе быть полезна, да, как я могу тебе помочь, может быть, тебе, там, человек тоже без работы сидит, может быть, тебе поискать работу, я тебе помогу в поиске, давай я помогу тебе с контактами. То есть вам нужно предложить свою помощь, вам нужно предложить себя. Он говорит конкретно: нет, мне не нужно там ничего, кроме денег от тебя. Ты мне должен, делай, что хочешь, там, тра-та-та. Ты ему все равно говоришь четко: я не могу тебе отдать, и я не отдам никогда. Не жди, пожалуйста. Когда ты меня простишь, тебе все вернется. Даже если он вас не поймет, и вы думаете, что он не поймет, и если так и не поймет, это не важно. Вам лично нужно снять с себя этот груз и закрыть вот это чувство долга. Пока вы этого не сделаете, возможности двигаться дальше у вас не будет никогда, понимаете? Вам нужно поставить точку, поставить себя на первое место, и увидите, как у вас пойдет рост во всем. А у вас найдется работа, поменяется, разрушится это, там, пойдет рост доходов, пойдут клиенты, у вас много чего в жизни поменяется. Но, смотрите, у меня была серия эфиров, я уже про это говорила, в этом месяце очень много, плюс за 5 лет у меня практически каждое второе видео про долги. Я еще раз вам хочу напомнить, если мы творим всю нашу жизнь своими собственными желаниями, естественно, мы хотели оказаться в такой ситуации, для того, чтобы увидеть, что мы должны себе. Внешние долги — это долг себе, мы сейчас о нем поговорим. Но перед этим я хочу сказать, что и тот человек, который вам дал в долг, он хотел потерять деньги. Это его желание, это он так хотел, и это у него такое же чувство долга к себе, много чего нужно себе отдать, и он теряет эти деньги. Вы ему притянулись как учитель, как актер для того, чтобы научить его точно так же тратить деньги на себя, а не отдавать кому-то. То есть вы пришли ему для опыта. Даже если у вас появятся деньги, у вас появятся возможности, у вас появится сумма лишняя, которую вы захотите ему отдать, а у того человека нету встречного желания получить эти деньги, потому что он свой опыт кармический какой-то проходит, он не сможет их получить, как бы вы ни старались ему отдать эти деньги, потому что это его желание быть без денег, потому что
у него есть выгоды для этого. Точно так же, как и вам выгодно, чтобы у вас были долги. У другого человека, которому вы должны, тоже выгодно быть в долгах, чтобы себе подсвечивать, что у меня есть долги, да, но не внешние. Внешние — это просто следствие отражения долгов к себе. Понимает он этого, не понимает. Вы должны понимать то, что это его желание. Вы начнете ему переводить деньги, у него эти деньги просто не дойдут. Где-то в пути потеряются, там, я не знаю, заблокируют карту, откуда-то у него нарисуются налоги, и с этой карты сразу эти налоги там спишутся. Сколько бы вы ни пытались дать ему эти деньги, если у него нет желания, если он живет в долгах к себе, он эти деньги от вас не сможет получить. Даже если вы будете стараться это сделать. Понимаете? Потому что у него встречное желание не иметь этих денег. Он их сливает, потому что у него много долгов к себе. Просто мир ему транслирует в зеркале отражение его. Поэтому не беспокойтесь за него, так как он так хочет. Это его желание не иметь этих денег. Снимите с себя груз о том, что вы ему должны. Вы были для него просто тренажером и учителем, который показывает учиться распоряжаться с деньгами, со своими. Не копить их, непонятно, не зная, куда их тратить. Не работать со своими желаниями, да, отказывать себе во всем. Не знать, куда их тратить. Да. И, естественно, приходят люди, которые потратят за него. Долги к себе. Какие у нас долги к себе? Ну, естественно, это наше обещание к себе, каждый день, который копится. И невыполнение их. Мы в себе постоянно что-то обещаем и не даем. То есть начать жить по-другому и менять свои привычки. Долг также к себе — это долг любить себя, ставить себя на первое место для начала. Да? Не ущемлять себя. Это не значит, что мы не должны теперь помогать никому. Нет, наоборот, мы должны миру приносить пользу. Но сначала мы должны быть сами здоровыми, сами трудоспособными, сами с энергией себя любить, чтобы мы могли этим делиться. А если внутри у нас этого нет, чем вы собираетесь делиться? То есть вы должны осознать, плюс у вас долг к себе разобраться со своими шаблонами мышления, со всеми своими страхами, со всеми своими отговорками, которые не дают вам действовать. Вот это ваш долг. Ваш долг — контролировать себя и свои мысли, а не контролировать этот мир и контролировать людей. Это тоже ваш долг. Ваш долг — собирать вашу целостность и единство, осознавая, что все, что вы отрицаете, это вы отрезаете от себя часть себя. Ваш долг — вернуть себе все забытые части, которые вы не используете, отрицаете, не применяете никаким образом. То есть ваш долг — ваши шаблоны мышления. Это главный долг к себе. Когда вы начинаете находить во всем, что вам транслирует мир, и люди, ситуации, все плохое, находить в этом, что это есть во мне, это часть меня, что это надо применять с пользой, что все, что нас раздражает, все, что нам не нравится, это мне нужно. И я не хочу это отрицать, я это буду применять. Почему мне нужно научиться агрессии и как ее применять в пользу? Почему мне нужно научиться изменам и изменять себе в пользу? Что мне нужно изменять в себе? Изменять своим старым привычкам научиться. То есть все, что нам транслируют люди, они просто пытаются вытащить все эти вещи, которые мне транслируются, не нравятся, да, чтобы я их увидела и начала применять. Очень много эфира в том, как это все применять, как трансформировать эти шаблоны. Вот это и есть долг к себе. Дальше перейду к следующему вопросу. Мне сегодня одна женщина как раз в тему написала про долг. Нелли говорит: у меня долги, у меня там проблемы, у меня там инвалидность там у сына, там, там болезни, 14 там кредитов, все они на лечение шли, я вот вообще вся запуталась, что мне делать, я все понимаю, я всю психосоматику прочитала, я понимаю, что мне нужно делать, но я этого не делаю, да. Дай мне еще какие-то способы, не существует других способов. То есть объясни мне еще раз, что мне делать со своими долгами и с болезнями. Я знаю всю психосоматику, но я ничего не могу поменять. То есть я понимаю, что мне нужно менять свою жизнь и свои привычки. Но я не могу менять свои привычки. Я не могу изменить свою жизнь. Поэтому дай мне еще какую-нибудь волшебную таблетку
и какой-то способ их решить. Других способов нет. Либо вы меняете свои привычки, либо признаете в том, что вы не можете поменять свои привычки. И ваш долг и ваши болезни — это то, с чем вам придется жить, принять это и жить с этим. Если вы не хотите с этим жить, то вам придется менять привычки. И только вы можете их поменять. Не может Нелли или кто-то еще вам помочь поменять свои привычки. Она пишет мне: «Я контролирую всех. И дочку, и мужа, и друзей, и на работе, и мне все надо проконтролировать, и ребенка там, и всех людей, и мир, и ситуации, и везде держать контроль. Я понимаю, что я не могу держать контроль, и мне надо дать выбор каждому человеку поступать так, как он хочет. Я это понимаю, но я не могу ничего с этим поделать. Дай мне, пожалуйста, волшебную таблетку, как я могу перестать контролировать всех и контролировать только свои мысли». Не существует никаких таблеток и других слов, и других решений, других возможностей. Ни карты Таро, ни какие-то проработки с родом, ни какие-то магические ритуалы. Там, ничего вам не поможет, пока вы просто не возьмете и не перестанете контролировать других. Когда вы осознаете, что ваш контроль любой отнимает возможности у всех людей, которые рядом с вами находятся, набить свои шишки, получить свой опыт, прокачать свое мастерство, жить эту жизнь. Пока вы будете их оберегать, пока вы будете их контролировать, они становятся жертвами, бессильными, и они не могут проявить свои возможности, они не могут научиться сами решать свои вопросы. И вы их делаете своими вот этими наблюдениями жертвенными, да, беспомощными, потому что вечно им помогаете. Помогите сначала себе. И пока вы это не сделаете, ничего не поможет, никаких других слов, никаких других там, вариантов решений нет. Это долго, это трудно, это тяжело, но в этом есть весь смысл прожить эту жизнь, решая с этим свой вопрос. То есть учиться через тяжесть, через напряжение, через сложность, получая опыт, получая свою силу, получая свое мастерство, понимаете? Только так. Если вы хотите по-легкому, чтобы, ну, сделай так, чтобы у меня завтра не было долгов, я проснулась, не получится. Вы все мне пишете, что я хочу утром проснуться, а у меня долгов не будет. Не получится. Вы их создали сами для себя, чтобы научиться по-другому жить. И пока вы не начнете по-другому жить, он никуда не уберется. Это как сигнал тела. То есть вы создали свою болезнь сами, чтобы начать уже что-то делать, а не заглушать его таблетками и лекарствами. Это язык тела, который просто пытается вам подсказать что-то перестать делать, а делать по-другому. Но вы хотите отрезать язык болезни, чтобы она ушла. Мне нравится Владимир Синельников, который написал книгу «Полюби болезнь свою» или «Возлюби болезнь свою». То есть болезнь — это здоровье. Это здоровый сигнал организма, показывающий вам ваши выгоды. Болейте на здоровье и делайте свои выводы, смотрите психосоматику, меняйте свои привычки, меняйте свои действия в этих привычках. То есть если вы там всех контролируете, то перестаньте контролировать. Дайте возможность прожить каждому. Вам бы хотелось, чтобы вас привязали вот так вот на ниточках и контролировали вашу жизнь? Нет, вы хотите ее сами проживать. Так почему вы пытаетесь контролировать других и не дать им прожить? Ну вы же со стороны видите, как им лучше. Это для вас так лучше и для вас так выгодно, и для вас удобно, чтобы он был такой, какой вы хотите, таким, каким вы хотите его видеть. Но ему это невыгодно, он пришел в эту жизнь другие уроки проживать. Ему опыт надо получить, ему сильным надо стать. Ему нужно пройти через трудности, чтобы получить свою силу. Ему нужно пройти через свои ошибки, чтобы получить свои знания. А вы его оберегаете, каждого человека вокруг себя, от знаний, от опыта. Вы делаете его немощным, понимаете, который страдает, потому что вы помогаете. Помощь должна быть иной. Вы можете делиться от души всем, что имеете сами, своим собственным примером, и больше никак. А когда вы без денег еще одалживаете другим, ну это пипец просто.
То есть вы себя поставили на последнее место, себе не дали. Вам пришла эта энергия на вас, а не на других людей. Так вы еще с легкостью, решив чужому проблему, которую он создал, чтобы пройти этот путь, ее решение и опыт получить, вы просто отобрали у него этот опыт. Не делайте так, пожалуйста. И я надеюсь, этот эфир про долги, что с ними делать, если вам должны, вы должны, и какие долги отдать себе, вы сейчас осознаете, и перестанете искать волшебные таблетки решения своих проблем. Проблемы — это хорошо, как и болезнь. Проблему мы создаем сами, потому что нам это нужно. А нужно пройти обучение, когда мы решаем эту проблему. Нам нужно самому приложить усилия и свои знания, и свой опыт. Самому пойти на работу устроиться. Многие без работы давно сидят, потому что они ищут что-то классное, особенное, сразу с большой зарплатой. Так не получится. Если вы приходите на работу ради денег, у вас денег никогда не будет. Никаких избытков у вас не будет. Вам будет хватать только для того, чтобы закрыть свои самые базовые потребности. На работу надо приходить за опытом, за радостью, за полезностью, что с чувством, что то, что я сейчас делаю на работе, это принесет пользу каждому человеку. Я мою посуду, и я счастлив на работе, потому что я получаю опыт, я сейчас очищаюсь. Когда мы вовне что-то делаем, это внутри у нас отражение нашего внутреннего. То есть я иду сейчас без работы посуду мыть, убираться куда-нибудь. Это мое очищение, я должен вложить этот труд, я должен очиститься. Очищаюсь вовне, это значит очищаюсь я внутри себя. Я мой, я приношу пользу, людям это тоже надо, они кушают из чистой посуды. То есть получите вот этот опыт, насладитесь этой работой. Когда вы наслаждаетесь и приходите туда временно за знаниями, не боясь ничего потерять, у вас сразу приходят другие возможности, вы начинаете расти, вы получили эту энергию в радости в ваших действиях, что что-то вы делаете, приносите пользу. Вы получили энергию, которая начинает расти. Вы благодарны тому, что вы делаете. Вы благодарны, что люди кайфуют, когда кушают с чистой посуды. Вам придут возможности, вы где-то там познакомитесь, что-то услышите, у вас трансформируется работа, вас повысят. Либо начальник скажет: «О, а давай я тебя сейчас поставлю там на другую работу». И ты пойдешь уже туда, но не, опять не ради денег, а для того, чтобы почувствовать новые знания, почувствовать свою нужность, почувствовать то, что ты приносишь пользу, ты работаешь, даже просто крутить, как в «Черном зеркале» смотрели эту серию, где они крутили велосипед. Даже просто крутить велосипед — это уже ваша работа, которая приносит энергию. Просто не надо ее разбазаривать на то, что вот работа мне не нравится, какая-то рутина, как тут все плохо, вот это вот мне не хочется делать, вот лишь бы денежку получить. Если вы с такими мыслями работаете, то о каких возможностях вообще может быть речь, о каких избытках может быть речь, если вы с чувством недостатка на работу приходите. У вас должно быть там чувство достатка во всем. Если вы сейчас понимаете, что пользу вы на работе не приносите, что она не приносит вам удовольствия, что вам не нравится то, чем вы занимаетесь, вы должны ее поменять, а не сидеть там на этой работе. Вы должны искать новые возможности, либо полюбить. Временно сейчас дать себе задачу, там, 2 месяца, полюбить временно с кайфом все, что я сейчас здесь делаю, максимально отдать на этой работе свои долги, то есть вложить в нее счастье, радость и энергию, да, что я вот работаю, я еще приношу благо людям, сейчас это пойдет на пользу. Вы увидите, как у вас придут возможности, эта работа трансформируется. У вас либо там будет повышение, либо повышение зарплаты, вам облегчат труд, либо переведут на какое-то другое место, либо вы там с кем-то познакомитесь, что-то услышите, вам придет возможность другой работы. И оно все будет расти, ваш рост постоянно растет. Но когда вы просто сидите и ненавидите тем, чем вы занимаетесь, у вас будет только минус. Поэтому все, кто сейчас сидит дома, должен пойти ради обучения, просто ради обучения, пойти на любую работу. Ради удовольствия своего, ради общения, ради коммуникации, ради вдохновения, ради возможности общения вот с людьми, ради чувства, закрыть в себе чувство нужности, которое мы постоянно, я никому не нужен, бедный и несчастный. Пока вы не сделаете вот этот первый шаг,
Вот, например, у меня было желание открыть там свой бизнес. Я такая думаю, что мне для него нужно. Я уже много раз тоже рассказывала про это интересное детище. Я думаю, так, мне нужно мастерству бухгалтерскому обучиться на опыте, хотя у меня университетская, там и аудит, и бухгалтер, менеджер, экономист, все в одном флаконе, антикризисного управляющего. Я думаю, ну опыт нужен, бухгалтерию вот эту вот всю посмотреть. Я временно устроилась на работу, просто обучиться этому опыту. Я кайфовала на этой работе, у меня там реально такой был рост, вы просто даже не представляете, а какие возможности там приходили, и сколько клиентов приходило ко мне там ставить печати, там, грузов, которые наша компания грузоперевозками занималась. Они предлагали, ой, а может к нам на работу пойдете, а может быть к нам. Там столько возможностей прилетало, потому что я не держалась за ней, мне не важно было, какая там была зарплата, я пришла туда за опытом. Потом я пошла, мне очень хотелось ювелирные украшения, я прям болела золотом, ювелирными украшениями, и мне так это интересно было, когда училась в университете, я пошла в ювелирный магазин поработать. Неважно, какая зарплата. Я хотела узнать побольше о золоте, о серебре, о камнях, что вот это, каждый камень, как его отличить, знать, получить скидки как работник на украшения. Там. Столько пользы мне это принесло, такой опыт был классный, я много чему научилась. Потом я пошла временно, мне нужно было для... Но новый учебный год начинался, у меня вообще денег не было, лето, думаю, надо мне закупать там сумку для учебы в университет, это когда 2000-е годы, мне надо там ручки, тетрадки, учебники, там обложки, много всякой канцелярки, папки, столько всего, у меня денег на это нет. Я устроилась в магазин канцелярии и книг, огромный-огромный магазин. Естественно, как работник, практически даром мне все досталось, потому что можно найти возможности, да, чтобы это все даром получилось. Нет, я не воровала, вот, но там и оценки, и постоянно ревизии проводили, много чего уценялось, что-то вообще списывалось, что-то то все. Там можно было мутки всякие еще мутить. Например, папка бумаги стоит ну, там 100 рублей. Папка бумаги это для печати, да, большая упаковка. А студенты приходили, им нужно 10 листочков, 20, 30. То есть ты эту папку расформировываешь по файлам, ставишь на них ценники, и они просто раскупали по 10, по 20 вот этих пачек в день. И по отчетности выходило, что у меня там не 20 пачек куплено, а 50. Вот эта разница, ну, была очень большая, выходила... левака больше, чем зарплаты, в разы, просто можно было вообще эту зарплату не получать. Это все было интересно. А я еще люблю рукоделие. Я зашла на списанный склад, и там просто годами лежали всякие статуэтки, всякие там штучки, где что-то отвалился, какой-то стразик, где-то что-то нужно было подклеить, подкрасить, где-то скол, где-то потрескано, где-то что-то. Я брала, покупала там же ручки, всякие эти краски, подделывала. Вот эти, у них прям целый отдел был всяких статуэточек, всяких там игрушечек, которые вот на рабочих столах, я даже не знаю, как это сказать, в виде украшения. И я просто целыми коробками в свободное время сидела, реставрировала. И они получались еще круче, вот эти вот изделия, чем списанные. А потом у меня целый стенд стоял восстановленных вещей там за 3 копейки. Они просто настолько раздавались. Естественно, у нас в отделе было очень много людей, мы все эти деньги делили, но это был офигенный какой доход. Потом я пошла там еще на одну работу. Где бы я ни находилась, я приходила с возможностью, я сразу себе говорила, это не навсегда, это не надолго, это на 2-3 месяца, это только то, чтобы обучиться, чему-то научиться, коммуницировать с людьми, общаться. Когда ты общаешься, всегда приходят возможности, всегда есть, пока ты в движении, этот движ, как снежный ком, наворачивается и становится больше. Но вы сидите дома и мечтаете о офигенной работе сразу, чтобы все и сразу, и легко. Пока этого пути нету, до вот этой работы с большой зарплатой, вы так и не туда и не придете. Вам надо путь пройти, да? Начинать с маленьких шажочков. Сейчас я пойду на маленькую должность, потом получу опыт, перейду на другую, на третью, на десятую. То есть вы теряете время, просто сидя дома, мечтая, вот это мне не подходит, я не хочу так много трудиться за 3 копейки, понимаете? Вы сами у себя возможность забираете. А вы на работу не за 3 копейки приходите, а за возможностью общения.
за возможности, что при общении вам предложат куча других вариантов, когда вы будете счастливы работать за 3 копейки, потому что вам это нравится, когда вам не будет важно эти деньги получать в конце, когда вам будет важно максимальный опыт получить. Видите, что застряли, видите, что уже развития там нет на этой работе, видите, что уже знаний вы тут новых не получите. Вам нужно искать другие возможности, разрушать эту работу, переходить на другую, даже если там будет зарплата в 10 раз меньше. Но пока вы вот так сидите, ребят, вы копите свои долги. И даже если вы не дадите в долг, даже если вы не возьмете кредит, придут мошенники, которые заберут у вас эти деньги, вы окажетесь в долгах. Потому что долги к себе, рано или поздно, они все равно в любом случае отражаются во внешней реальности. Даже если вы не замечаете, они потом прирастают в такие, что вы потом годами не можете расплатиться. Надеюсь, мы эту тему с долгами закрыли, и этот эфир будет вам полезен. Благодарю вас за внимание, обнимаю, и желаю вам движения, желаю вам постоянного роста и развития, желаю вам постоянно сеять семена, вносить вклад в этот мир, вносить вклад с пользой, и тогда вы всегда будете получать плоды всего того, что вы даете в этот мир. Все возвращается всегда к вам. Ваша критика возвращается к вам, ваше доброе слово возвращается к вам, ваша радость множится, ваш гнев точно так же возвращается к вам. Что посеешь, то пожнешь. И вы должны это помнить. Эх, люблю, целую вас. Какие вы классные зеркала. Как вы классно мне транслируете мои же задачи, с которыми буду разбираться. Спасибочки.